Мы были намного решительнее на Майдане, чем сегодня, проводя реформы. Да, действительно, очень большое сопротивление, реформы проходят, и нам хотелось бы, чтобы эти реформы проходили намного быстрее. От этого ждут, украинцы ждут изменения в лучшую сторону, для того, чтобы заработные платы были, для того, чтобы работа была, для того, чтобы была власть прозрачная и отчетная.